Приветствую вас. Надо сразу сказать, что страх мужчин — это нечто, что идет у вас из травмирующего опыта, совершенно очевидно. И страх связан, с одной стороны, с незавершенной когда-то и не отреагированной когда-то ситуацией в вашей жизни. Это могло быть насилие, это могли быть какие-то травмирующие эпизоды в вашей жизни. Вот, это могли быть, могло быть что угодно, на самом деле, да, то здесь нужно смотреть и анализировать. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, возможно, имеет место быть какие-то желания ваши, какие-то потребности ваши. То есть, страх — это может быть следствием того, что вы чего-то хотите, но себе не позволяете, да, да, вот, то есть этот страх может быть элементом сверх мотивации быть с мужчиной или с мужчинами какими-то, вот, ну и, наконец, страх может быть вам для чего-то нужен, то есть вы его можете для чего-то использовать, вы его можете для чего-то, значит, реализовывать, вот, именно страх свой. Но это, опять же, нужно выяснять, да, то есть нужно смотреть, что именно и как вы делаете. То есть понятно, что чего-то вы боитесь, понятно, что значит, понятно, что что-то произошло у вас, вот это безусловно, но нужно разбираться. Нужно разбираться, что случилось с вами, нужно смотреть, что у вас произошло, вот, так что я думаю, вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!